нахожусь в Свердловской области, озеро Гурино, 100 километров от Тюмени. Много-много рыбаков и туристов. Ну, помашите мне. На озере Гурино. Скажу, а вы хотите присоединиться? Можно с вами остаться, да? Палатка рыбака. Вот, а озера, я вот лодку купила, например, я никак не могла пробовать, потому что вы не вытащите на озеро. Вот, может, в это лето я могу. Вы вот знаете, где ловили очень хорошие? А вот удочки, которые тянутся от палатки. Только что пойманная рыбка, щука. Да. Ну пошевели, щука, ты же еще не умерла. Ну-ка. Во. Ну-ка еще. Еще затем. Думаю, ты хорошая. Вот ты хорошая какая. Вот я жалко. Это приспособление для ловли щуки. Называется жерлица. Как только рыба туда попадает, флажок вот этот оранжевый, он поднимается вверх. И надо приходить и щуку снимать. Деревня Гурино.